Всем привет, с вами снова Оксана Войтович. Ура! Несуществующий карантин снимают вроде как в самый разгар эпидемии. Самое время, что тут скажешь? А то некоторые уже так устали от земной изоляции, что готовы отправиться в космос. Подробности в выпуске. Также вас ждет куча интересных новостей по новой «Матрице», проблемному «Бэтмену», очередной части «Безумного Макса» и дорогущих сиквелах «Аватара». Так что устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Новости кино. Мутанты на подходе, Бэтмен в изоляции. Многие страны начали постепенно снимать ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Но до восстановления киноиндустрии еще ох как далеко. Съемочные и прокатные графики студий продолжают сыпаться. В частности, издание Deadline сообщает о полной неопределенности вокруг нового Бэтмена. Ранее студия Warner Bros. Была вынуждена отменить съемки, которые планировались в Лондоне. Роберт Паттинсон оказался изолирован в квартире британской столицы и сообщал, что студия обеспечила его не только жильем, но и продуктами. Также актер признался, что не поддерживал себя в необходимой физической форме. По информации издания, на данный момент у студии нет никаких четких планов по возобновлению съемок. Судя по всему, организовывать работу в Лондоне в ближайшее время не получится. Британские власти ввели новые правила, согласно которым для возобновления съемок студии должны получить сертификат безопасности от COVID-19. В случае с масштабными проектами вроде «Бэтмена» обеспечить эту самую безопасность будет крайне проблематично. Так что проект может оказаться в подвешенном состоянии. Чуть лучше дела обстоят с четвертой «Матрицей», съемки которой Warner также свернули из-за эпидемии. Как сообщает все тот же Deadline, работу над лентой планируется возобновить в начале июля. Съемки должны пройти в Германии, Новой Зеландии, Австралии и Польше. Предполагается, что в широкий прокат фильм выйдет в мае следующего года, но на данный момент эта информация вообще не заслуживает никакого доверия. Зато многострадальные новые мутанты наконец обрели очередную дату релиза. Премьеру фильма переносили столько раз, что даже я уже сбилась со счета. Ну а простые зрители, кажется, давно забили на этот полудохлый проект. Тем не менее, Disney все же хочет довести дело до конца. Новую премьерную дату назначили на 28 августа этого года. Будем надеяться, фильм наконец-то избавится от своего проклятия и выйдет в срок, ведь пока летний прокат выглядит крайне скудным. А полезным для вас спонсором этого ролика выступил кэшбэк-сервис Letyshops. Почему Letyshops? С ними сотрудничают более 2400 магазинов. Среди них AliExpress, Joom, Иви, Беру. Заказывать с кэшбэком можно все, от техники до еды и подписок. А сейчас на Letyshops повышенный кэшбэк в 3 раза на наш любимый Иви. Но количество повышения ограничено. Успей зарегистрироваться и забрать кэшбэк себе. Ведь кэшбэк – это реальные деньги, которые можно вывести на карту или мобильный счет. Вы представьте, сколько денег теряете, покупая все без кэшбэка за год. Также у Letyshops есть крутое расширение, оно вам напомнит про активацию кэшбэка у всех партнеров, которые есть в сервисе. Регистрируйся в Letyshops по ссылке в описании, скачивай расширение и начинай экономить. Сиквел на миллиард. Несмотря на сложную ситуацию по всему миру, Джеймс Кэмерон сохраняет позитив и делится новостями. Новый «Аватар» выйдет в срок. Такое заявление режиссер «Титаника» и «Терминатора» сделал в интервью изданию Empire Online. По его словам, Новая Зеландия оказалась весьма эффективна в борьбе с эпидемией нового коронавируса. Кэмерон рассчитывает, что съемки затянутся не более чем на 2 месяца, так что второй «Аватар» подъедет в намеченный срок – декабрь 2021 года. Ранее издание Deadline опубликовало информацию о стоимости продолжений. Если верить их источникам, совокупный бюджет 4 сиквелов составит $1 миллиард, то есть по 250 миллионов на каждый фильм. Для любого другого проекта сумма просто астрономическая. Но в случае с Джеймсом Кэмероном и его аватаром по-другому и быть не может. Том Круз отправится в космос. Пожалуй, в мире кино это самая громкая новость последних недель. Том Круз решил объединить свои усилия с Илоном Маском, чтобы снять свой новый фильм в космосе. По информации западных изданий, актер будет сотрудничать с компанией SpaceX для съемок настоящих космических сцен в неназванном боевике. Также в работе над проектом будет участвовать космическое агентство NASA. Никаких подробностей о фильме пока нет. Известно лишь, что лента не будет очередной частью серии «Миссия невыполнима». Также непонятно, будет ли фильм сниматься в космосе полностью или только частично. По сети
сразу же пошли гулять слухи, что актер собирается лично отправиться в космос, и это вовсе не выглядит чем-то невозможным. Круз давно известен своими сумасшедшими трюками. Он ломал себе ноги, 106 раз прыгал с парашютом ради одной сцены, болтался снаружи летящего самолета и падал с вертолета. Подумаешь, в космос слетать, делов-то. Резиновая вселенная «Звездных войн». По мнению многих фанатов «Звездной саги», благодаря студии Disney, эта франшиза скатилась в конченую коммерческую шнягу. Но судя по последним новостям, худшее у этой серии еще впереди. Как сообщает ресурс StarWars.com, новый фильм во вселенной «Звездных войн» поставит Тайка Вайтити. Стоит отметить, что в последние годы режиссер стал любимцем студии. Под крылом Диснея он нехило прокачался по части создания деграданских, но крайне прибыльных развлекательных фильмов. Именно Вайтити пересмотрел концепцию Тора и превратил бога-громовержца в клоуна для несмышленых детишек. Недавно он заявил, что четвертый Тор будет просто крышесносным. А все почему? Почему? Потому что они сделали его таким, будто опросили толпу 10-летних детей и сказали «да» на все их безумные хотелки. Цитата режиссера. Что-то мне подсказывает, что под чутким руководством таких киноделов «Звездные войны» окончательно превратятся в приторную блевотину цвета радуги. Ну и хуй с ним. Возвращение под вопросом. Не так давно скандальный бракоразводный процесс обернулся проблемами для Эмбер Хёрд. В глазах общественности Джонни Депп уже частично реабилитировался, так что по сети поползли слухи о его возвращении в ряды пиратов. Да, я сейчас. Как заявил сам актер, студия Disney отказалась развивать серию «Пираты Карибского моря» с его участием из-за обвинений в домашнем насилии. Теперь же всем стало ясно, что бывшая жена как минимум преувеличивала свои страдания и не договаривала о собственных грехах. Тем не менее, официальной информации о возобновлении сотрудничества между Disney и Джонни Деппом пока не поступало. На днях на эту тему высказался продюсер «Пиратов» Джерри Брукхаймер. Что касается проекта, который мы сейчас разрабатываем, мы не совсем уверены, какая роль будет у Джонни. Поживем – увидим. Может объяснить, почему я здесь? В общем, в словах продюсера нет никакой конкретики, но намек на сотрудничество с актером действительно просматривается. Если верить слухам, которые гуляют в СМИ, в перезапуске «Пиратов» герой Джонни Деппа станет второстепенным персонажем. Будем надеяться, что Джек Воробей все же вернется на экраны. Капитан Джек Воробей. Приквел для «Фуриосы». В конце марта пошли слухи, что Джордж Миллер готовит новый фильм во вселенной «Безумного Макса». В середине мая режиссер лично подтвердил эту информацию. В интервью газете New York Times Миллер поведал, что следующий фильм серии станет предысторией «Фуриосы». В «Дороге ярости» эту героиню сыграла оскароносная Шарлиз Терон, однако в приквеле она не вернется. В данный момент постановщик занят поиском актрисы на роль молодой Фуриосы. Как признался Миллер, он долгое время надеялся, что графика сможет омолодить Шарлиз Терон. Но несмотря на масштабные работы вроде «Ирландца», пока технология еще не достигла нужного уровня. На данный момент известно, что Миллер уже написал сценарий, но подробности сюжета пока не раскрываются. Поехали! Новости сериалов. «Сокровище нации» – сериал плюс сиквел. Все тот же Джерри Брукхаймер поведал миру о возрождении серии «Сокровище нации», причем сразу в двух форматах. По словам продюсера, студия Disney готовит сериал для своего стрим-сервиса Disney+. Но куда интереснее выглядит новость о разработке третьего полнометражного фильма. Как сказал Брукхаймер, в сериальной версии будет новый актерский состав, тогда как в триквеле вернутся старые актеры. Это означает, что впервые за долгие годы мы можем увидеть Николаса Кейджа в крупном студийном проекте. Сокровища невероятной ценности. Болотную тварь переселили. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что телеканал CW будет транслировать ранее закрытый сериал «Болотная тварь», основанный на комиксах DC. Изначально проект создавался для цифрового сервиса DC Universe, но был закрыт всего через 6 дней после премьеры без объяснения причин. Точная дата возвращения сериала на экраны пока неизвестна. Ожидается, что телеканал CW объявит свой график премьер в конце этого месяца. Там что-то есть. Кинодата.
Нашу традиционную подборку именинников открывает Роберт Паттинсон. 13 числа ему стукнуло 34 года. 14 мая скороносной актрисе Кейт Бланшетт исполнился 51 год. Также в этот день свой 59-й день рождения отметил Тим Рот. Режиссеру Роберту Земекису стукнуло 69, а создатель «Звездных войн» Джордж Лукас отпраздновал 76-й день рождения. 16 числа свой 36-й день рождения отметила звезда «Трансформеров» Меган Фокс, а очаровательному головорезу Дэнни Трехо исполнилось 76. Ребята, это были все самые интересные и самые актуальные новости из мира кино на этой неделе. Ставьте лайк, если ролик вам понравился, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе свежих роликов. И скоро с вами увидимся. Пока!